Коллеги, рядом со мной спикер из Волгограда, компания «Сарепта» с очень интересными продуктами. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Сахарова, я маркетинг-директор Волгоградского горчичного маслозавода «Сарепта». И... Очень красивые какие-то, вижу, и бутылочку вижу с горчичным маслом, вижу какие-то и новые упаковочки. Очень хочется, давайте, наверное, с горчичного масла начнем. Просто, может, кто-то не знаком, что такое существует, может, кто-то уже давно им пользуется и с удовольствием покупает. Да, горчичное масло – это очень старинный продукт, который появился в России еще при Екатерине II, и производство начало развиваться на территории Волгоградской области в 1758 году. И нашему заводу мы считаем, что уже более 200 лет с момента появления первого горчичного маслозавода на этой территории. Горчичное масло – это традиционное масло для Поволжья, на котором готовят все жители Поволжья, и жарят, и варят, и салаты его. Очень вкусное масло, всем очень рекомендую, и полезное по своему масложировому составу. Это наша премиальная линейка. В новом дизайне мы провели ребрендинг. Завод много лет не проводил ребрендинг, и вот в том году мы провели ребрендинг, и вот выпустили нашу премиальную линейку. И наш новый продукт – фруктовая горчица, итальянская мастарда. Мы, как производители горчицы, не могли обойти стороной такой интересный продукт и сделали свой вкусный рецепт. Расскажите, пожалуйста, как это использовать? Это куда-то мазать? Это есть в чистом виде или и так далее? Это есть с сыром, с паштетом, с уткой. В зависимости от вкуса. У нас есть три вкуса: апельсин, груша и клюква. Кто с чем любит. Как небольшое пикантное дополнение к блюду. Потрясающе. А расскажите, пожалуйста, о производстве. Где оно базируется? Откуда у вас сырье? Мы привлекаем своих производителей сырья. Мы контрактуем поставщиков сырья рыжика и горчицы. Рыжик – это не грибы, как многие думают, а тоже такое посевное культура. У нас есть рыжиковое масло и горчичное масло. И, соответственно, мы контролируем весь процесс от выращивания до покупки сырья. Сами производим, у себя храним. Круглый год мы производим масло из собственного сырья. И базируемся мы на территории Волгограда. Ранее это был поселок Сарепта, колония немецкая, которую основала Екатерина II, и нынешняя территория Волгограда. Приезжайте, там есть музей очень интересный про историю горчицы, про историю зарождения вообще этой отрасли в России. Да, и расскажите, пожалуйста, интересную историю, как в этом году вы оказались на нашей выставке на своем личном стенде. Да, в этом году мы можем похвастаться, у нас свой стенд отдельный. Мы в этом году, точнее, в прошлом году мы участвовали в конкурсе «Экспортер года» с экспортным центром Волгоградской области, и мы стали победителем этого конкурса от Волгоградской области. Экспортный центр нас наградил призом. Призом является стенд на международной выставке, на любой, но так как границы закрыты, мы выбрали World Expo, и теперь у нас свой стенд. Очень зовем всех, какой там павильон у нас. Никто никогда не помнит, да, но в 15-м павильоне, друзья, находите срочно компанию «Сарепта», и я надеюсь, что вам по вкусу придутся их продукты. Спасибо вам большое. Спасибо вам.